Всем привет, и снова я, с вами канал Техноум. И сегодня перед нами стала задача: можно ли покупать Redmi 5 Plus, наш замечательный 6-дюймовый телефончик, именно для игр, мощных игр, самых мощных на 2018 году игр для Android устройств. Мы прогоним такие игры, как World of Tank, Der Tiger 2, посмотрим Modern Combat 5 и наш Асфальт. На данный момент это самые мощные игры по графике, которые есть на 2018 год. Ну что же, поехали! Итак, первая игра, которой мы будем играть на нашем устройстве, это Asphalt Extreme по бездорожью. Напомню, все игры в этом видео, которые мы будем записывать через программу, которая уже встроена в наш смартфон. Она так и называется – запись экрана. Все игры полностью мы будем играть на тех настройках, которые установил наш телефон, то есть по умолчанию. Определяет мощность телефона и ставит те настройки, которые ему удобно. Вот же что говорит производитель про эту игру. Asphalt Extreme по бездорожью. Вам представится возможность растекать по открытым участкам бездорожья. При этом все за руль залицензированы автомобили, такие как GeForce, Mercedes, Dodge, Chevrolet и целого ряда других. Замечательная графика и множество спецэффектов. Смотрим. Вторая игра, которую мы будем играть на нашем смартфоне, будет Modern Combat 5. Это также самая мощная на данный момент игра на Android. Итак, что же говорят наши разработчики? Новая часть экшен-шутера от первого лица порадует пользователей интересным сюжетом и неплохой игровой механикой. Однако, больше всего отличия Modern Combat 5 все же в графической составляющей. Качество текстур, количество полигонов, визуальные эффекты, анимация героев, выстрелы, все выполнено на достойном уровне. Это одна из немногих игр, которые вам стоит поиграть по качеству графики и так далее. Итак, также пишем в комментариях, лучше ли у вас играется в эту игру на вашем смартфоне и каком смартфоне. Смотрим.
Следующая игра, в которой мы будем играть, это наш зомби-апокалипсис. Dead Tiger 2. Вторая часть нашумевшего хита порадует пользователя улучшенным графиком, новым сюжетом, новыми режимами. Некоторые пользуются жалуются на не очень плавную картинку и зависание, но все зависит от вашего смартфона. Хотите порубить зомби, тогда вам обязательно стоит скачать эту игру. Так говорят разработчики про свою игру. Итак, смотрим игру, пишем в комментариях, лучше ли у вас идет эта игра и на каком смартфончике. Смотрим. Ну и последняя игра в нашем списке – это нашумевшая World of Tanks Blizzard. Итак, это необычная игра с собственным движком. Компания-разработчик с нуля написала движок к игре, поставив перед собой задачу получить 60 кадров в секунду с достаточно привлекательной графикой и большой картой. Пользователь может покупать танки и воевать с другими игроками на разных картах. Нашу игру телефончик определил на средних настройках. Смотрим, как играется. Пишем в комментариях, лучше ли у вас играется эта игра и на каком телефоне. Смотрим.
Ну вот мы и сыграли в наши топ-4 игр на нашем смартфоне Xiaomi Redmi 5 Plus. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!